продолжении медицинской темы. Детский инфекционный корпус за Волгой готов на 30%. Его возведение началось еще в 2021 году. И вот строители завершают нулевой цикл. Это фундамент и подвальная часть будущего здания. Параллельно к будущему медицинскому корпусу прокладываются инженерные сети и водопровод. Затем будет монолитный каркас с перекрытиями 3 этажа, 4 этаж, технический этаж. Значит, общая площадь этого здания порядка 18 тысяч квадратных метров. Такие масштабы позволят развернуть в новом детском инфекционном корпусе сразу 100 коек для пациентов. Стоимость будущего медучреждения оценивается практически в 3 миллиарда рублей. Это деньги и на строительство, и на закупку новейшего медицинского оборудования и мебели. Будет сосредоточено все в одном месте, все специалисты, все обследование, оснащение, то есть подразумевает и лабораторную диагностику, и компьютерную томографию. Это увеличит доступность оказания медицинской помощи, соответственно, качество оказываемых услуг для наших детей. Срок сдачи объекта установлен на ноябрь 2023 года, а само строительство инфекционного корпуса стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения.